Просто. Итак, мы навели порядок с терминами, и учитывая то, что это будут смотреть дети, поэтому здесь нет смысла материться, произносить бранную речь. А вот у нас девушка Софа определилась, что ее имя будет... Я ем сахар. Я ем сахар. Итак, Софа, я ем сахар. Ну, длинно произносится. Может быть, мы как-то заменим все-таки? Атасси. Атасси. Да, а, хорошо. Давайте, Паша. У меня будет имя Павел Непрост. Павел Непрост. Павел Непрост. Это хорошо, хорошо. Не просто. Не просто Павел. Не просто Павел. Да, Павел. Павел Непрост. Павел Непрост. Павел Непрост. Павел Непрост. Отлично. Наталья, ты определилась? Нет. Давай ты у нас будешь принцесса. Ты так похожа на принцессу. Ты не против? Она не против. Итак, у нас есть имя принцесса. Принцесса Натали. Отчего нет? Имя сама принцесса? Имя принцесса? Нет. Мы уже отчаливаем. Ребята хотели, не знаю, девушка ваша сфотографироваться. С нашей? С вашей красавицей хотели сфотографироваться. С какой? С какой именно? Пальчики. О, как! Отлично. Кейто. Ее имя на корабле Кейто. Вас устраивает сфотографироваться с Кейт? А какие ребята? Понятно. У вас фотосет будет? Фотосет будет? Понятно. Я не против? Звезда. Звезда набирает обороты, это ж хорошо. Ты сама-то не против? Я не против, почему я-то? Улетел. Голубая блондинка.